Для приготовления лимонного крема нам понадобится 6 лимонов, 6 яиц, 1 кг сахара и 125 грамм сливочного масла. Эту порцию мы будем готовить на половину продуктов. Трем кожуру лимона на мелкую терку. Если мелче, то еще лучше. Об этом вы узнаете из запроса потребителей. Выжимаем сок лимоном. В данном случае мы используем пол порции, 3 лимона. В сок добавляем уже натертую цедру лимона. Добавляем сахар, все перемешиваем и ставим на огонь, варим, доводим до кипения. Добавим сливочное масло. В остывшую лимонную смесь добавляем взбитые яйца. Ставим на огонь и варим в течение 30 минут, помешивая. Горячий лимонный крем будет редким, но когда он остынет, он будет густым. Можно «но»? Да. Нет, не кисловато, но все устраивает. Единственное, можно перетирать шкурку мельче.